Добрый день всем. Играю на шахматной планете, и у нас королевский гамбит. Какой-то странный королевский гамбит. Покаркернул. Покаркернул и... D4. Побили. Так. Ферзь Е2. Надо зайти за пешкой. Отошел, не меняемся. Отъели. Пешку мы отъели, но... Стало ли нам от этого легче? Ударил. Не знал, что делать, и ударил. Конь G5. Сюда. А если... А, нет, что за... Что это? Нет, это не туда. Так как-то опасно он играет. Ничего не боится. Попробую все-таки сюда конем залезть. Немножко рискованно, но... Отошел. Ферзи мы не меняем. И хочу конем на F6 шаг сделать, когда он уйдет. По времени он меня сильно обогнал. Гроссмейстер. 2523. Но задумался. А вот ферзь Е7, может быть, неудачный был ход. Теперь, если слон уходит, то конь F6 шах. А может быть, даже и не конь F6. Может быть, даже ферзь G6. И там будет серьезный напряг. И он задумался. Видно, что не ожидал. Он может пойти ферзь Е6. А сюда... Шах! Стоп. Жертвуем! А, он бьет сюда, бью. Шах! Сюда. Бью. Отошел. Сюда. Отошел. Шах. Атакуем. Сюда. Сюда. Шах! Победа! Гроссмейстера в королевском гамбите все-таки удалось одолеть.